сначала сделай... Пикуля, сначала сделай что-то бросовое. Бросовое. Сделай заднюю, сделай бедро сделай. Сделай бедро. А потом начнешь другие приемы. Так. Какие хочешь, так, чтобы ты его не убил. А он делает заднюю подножку. Спинка шедрявшая. Лечел. Эй, что ты делаешь? Сделай ему заднюю подножку, стынга шедряхта, а потом через бедро. Зачем ты ему через плечо делаешь? Давай, заднюю подножку. Пусть он ноги шире поставит и вперед. Делай заднюю подножку вправо-влево. Делай через бедро вправо-влево. Время пошло. А ну-ка, сейчас мы попросим папу, где у нас Веня ходит. Андрей, давай вставай. Падать не умеешь. Сашенька, чуть-чуть побыстрее, пожалуйста. Еще пару минут. Виталий, ставь стойку. Пошел заднюю подножку. Бороться потом будешь. Давай. Андрей сел. Никита. Он делает, да? Нет, ты делаешь. Идешь на него. Давай.
Вика сюда.
пошли. Эй, боец! Стойку! Стойку! Нету. Это... Бобка, нету. Нет. Дико, ты остаешься.
Да.